Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Носителю этого имени свойственна самостоятельность и объективность. Эти качества для жизни хороши, даже очень нужны. Иногда эти люди боятся обидеть интересы других, что идет вразрез с их собственными позициями. Такая деликатность и податливость может помешать достичь нереальных высот. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Владельцы этого имени стремятся к полной независимости и порой отторгают влияние общества. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями, к примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Внешне человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.